Я хочу сказать, что у нас же мошенничество начинается с самого начала. Нашим людям предлагают платить, допустим, за тот же газ за кубы. Прекрасно. А какая калорийность у этого куба? Я постараюсь объяснить. Представьте себе, что вы отапливаете свою квартиру. Вам нужно для этого либо один куб, калорийность которого порядка 9000 калорий, или три куба, которые по 4000 калорий. Но оплачивать вы будете за кубы. Во всей Европе, в той же Германии, я сам это видел, во многих квартирах уже стоят калориметры. То есть они уже меряют за потребленное тепло. А нам предлагают мерить в кубах. Шарлатаны с самого начала понимают, что выгоднее впаривать людям.